Проверка связи. Проверка связи. Проверка связи. Вроде бы. Проверка связи. Вроде бы. Работает. Вроде бы. Работает. Так. Проверим. Так. Все, можно продолжать. Проверим на главной. Все, можно продолжать. Проверим на главной. Все, можно продолжать. Проверка, проверка. 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 Так, работает все. Так, работает все.
Так. Ну что, товарищи, прошу прощения за столь значительную задержку, связанную с техническими проблемами. Странно, что меня сразу не предупредили, когда еще был процесс подготовки, что не слышно, можно было сразу исправить. Вероятно, может быть, какие-то проблемы были с моим эксплитом или с чем-то еще. Пришлось перезагружать машину. Сейчас мы спросим у наших игроков карта в третьем туре у них, в третьем бое. Ведь по правилам первая лагуна, вторая Frog Prince, а третью выбирает по заказу проигравшая. Проиграл у нас Юса чебурек, Highway выбирает чебурек и ищем Highway. Так, ну что? Готовы? АРЗ пишет, что Китай поглотит США полностью. Однако, не факт, не факт. Не факт, США это США. США любит руки, любит микро, любит всякие ситуации. В отличие от такого агрессора, как инфа. Но как это будет, мы увидим в третьем раунде. Итак, желтый пехота, который меняет цвет почти каждый бой. Фиолетовый, насколько я понимаю, цвет на этой карте с странным освещением. Юсовец, чебурек против АРЗ. Пехота против ванилы Юсы. Ванила успевает уже продать свой командный центр, а Пех почему-то ее сохраняет еще. Ну что, все-таки продает. Напоминаем, здесь прикол этой карты состоит в этом здании, Civilian Building, который является суплаем. И наши игроки не допускают ошибки, по крайней мере пехота сразу строит суплай. Ну и также, ага, что мы видим? Мы видим, будет дроп. Будет дроп. Неужели это будет нечто похожее на охоту за дозерами или за суплай-треками? Что это будет, мы сейчас увидим. В данный момент почему-то предпочитает более опасный брать участок с ресурсами. Хотя здесь одного миниганера, посаженного в это здание, хватает, чтобы уже выключить этот суплай. Почти что навсегда до изобретения флешек. Так, мы видим. Дозер был уничтожен. Пехота пошла навстречу. Ну да, сейчас она сядет в это здание и будет препятствовать ресурсам. Можно качать с дальнего ресурса, но если они будут летать в этом, будут повреждаться сильно. Второй сидит. Да, будет уничтожен полностью. АРЗ останется без дозеров. И высказывает претензии. Ох же ж ты, как же так? Ты уничтожил мои два дозера, как же ты мог? Вот, миниганеры бегут. Был уничтожен чинук, странно, что увлеченный своими посадками и взлетами. Чебурек
понимает, что сейчас щенок будет убит, надо убегать, отвлекать миниганнеров. Но, по крайней мере, нельзя приближаться к этому зданию, будет потерян будет хаммер. Остается на одном суплайм. 3 МД. Остальная кучка гонится за 2 МД. Также аэр остается на одном суплае. 3 суплайных трека. Но положение любого другой нации, кроме Юсы, на одном суплае еще жить можно. Юсы же нужно разворачиваться в полную силу. Что мы видим? По деньгам. 0 долларов у Чебурека. $800 у АРЗ. Сейчас хватает ровно на аутпост. И кучи, не побоюсь того сказать. Будет уничтожена медичка. 2 миниганнера работают на отлично. Точнее, их даже больше. 1, 2, 3, 4, 5. 5 миниганнеров. Это ГГ, товарищи. Уже ничего не сделает. Сейчас будет уничтожен барак. И, в принципе, можно уже выходить. Если уже не созреет такое решение у Чебуреха. Неудача в военном плане. Сейчас нечему противостоять этой вроде бы небольшой группе. Сейчас компактно расположенных еще. Но не даст АРЗ передавить себя. Все, был потерян реактор. Сейчас будет потерян завод. Это ГГ. 2 чемка. Одиноко, сиротливо, один хаммер. Висят, и сейчас будет уничтожено последнее здание. ГГ сознает Чебурек. Быстро, 4 минуты понадобилось, чтобы вынести. Поистине игра с пехотой, это либо пан, либо пропал. Обычно все решается в первые минуты. Карта, напомним, достаточно оригинальная, и для Юсы довольно-таки сложно здесь воевать. Мы видели, здесь был до Чебурека играл Лазер против гораздо менее опасного нюка, в плане, что пехота для Юсы всегда поопаснее. И, однако, Чиновец успешно вынес Лазера, успешно вынес Юсу. Мы видим, что карта благоволит китайцам. Не знаю, с чем связано. Либо с дебютом, либо с кем-то еще. Приглашаю игроков создавать, потому что я не знаю, какую карту они выберут следующую. Если Волк предпочитал любимые мои карты, то Чебурек с РЗ неизвестно будет, какую создавать карту. Ну что, ждем. Довольно-таки короткие игры получаются. Чина против Юсы. Ну, Чина у нас, естественно, является Пех. А с Пехом все игры, можем так сказать, не затянутые. Forgotten или Badlands? Barren Badlands. Убери ТД. Ну что ж, на ТД ясно, что играть мы не будем. А будем играть... Так, АРЗ напоминает, что Чебурек выбирает сам, и он выбирает Forgotten Forest. Моя любимая карта, не повторюсь, говорит это снова и снова. Не потому, что я там сам успешно играл. Я больше всего игр сыграл на ТД, но карта моя любимая. Не знаю почему, но люблю ее. Ну, знаю точнее почему, но... Люблю ее, потому что люблю. Ну что ж. Реактор холодной плавки. Реактор холодного синтеза. Плавки в различных периодах по-разному. И простой, народный, ядерный реактор народной освободительной армии Китая. Второй дозер. Одинокий БПЛА летает. Ну что ж, на этот раз мы видим оригинальность. Мы видим Юса, который едет дозером навстречу Китаю. Что же это будет? Постройка барака с выпуском МД. Увидим, играет Юса в 3. В 3, не побоюсь этого слова, дозера против Чина. А стандартная эта тактика канает против ГЛА.
и то специфически. Но, возможно, какой-то оригинальный ход подскажет чебурек. И мы будем с удовольствием наблюдать за возможностью напакостить чиновцам с тактикой в 3-дозера. По крайней мере, 3-дозера гарантирует то, что шанс выживаемости дозера будет выше. Так, здесь 2, 4, 4 чинука. 2 барака по центру. Да, очевидно, это будет, так сказать, китайский прием. Можно, кстати, очень занять вот эти вот здания ближайшие, по крайней мере, и не допустить обхвата проезда по ложке чинука. Вся юса живет на том, чтобы не пропустить. Успевает чебурек занять это здание, ключевое во многом смысле, потому что он находится рядом с бараком, однако групповозка может и лишить это все. Так, сейчас в одном бараке, очевидно, будет создаваться флешка. Не выпустил еще, кстати, миниганнеров. Вот, сейчас первый вышел. Надо уничтожать АОшку, что и делает. Так, флешка не развита еще. Сейчас эта группа будет уничтожена. Потому что миниган... Нет, она будет по миниганеру стрелять. Правильно делает. Но преимущество толпы довольно-таки значительно. Бегут еще рейнджеры. Уже флешка развита. Так, сейчас группа будет подвергнута рискам, но понимает это РЗ и устремляется в обход, чтобы ударить во фланг. Завязывается бой между пехотой Юса и пехотой Китая. Сейчас важно уничтожить миниганнера. Чему стремится, естественно, чебурек. На его месте это бы сделал каждый. Мы видим аккуратненько крадущийся дракон. Уничтожает. Так, и сейчас, если не появятся МДшники, будет очень сложно против дракона. Так, мы видим крадущийся аутпост, затаившийся дракон. Но, однако, чебурек предусмотрительно, возможно, поставил здесь фаербейс. Он, конечно, не настолько сильно спасет это все. Без МД, кстати, очень сложно будет идти вперед. Почему-то только сейчас строят. Важно соблюсти баланс между МД и рейнджерами. Сейчас будет построен завод. Это очень кстати. Крадущийся дракон по северу. Достаточно значительное средство. Так, прибавляется 2 МД. Еще 2 МД. Так, здесь уже аутпост. Ну что, здесь, очевидно, аутпост ждет миниганнеров. Вот оно что. Едет труповозка. Сейчас, если не будет сконтролено, то лишатся многих бравых. Так, ну что ж. Одним залпом уничтожается большинство. Надо объединять это всю группу. Контролится МД отдельно, рейнджеры отдельно. Так, сейчас аутпост приближается к северу. Здесь группа миниганнеров, очевидно, придется. Ага, на встречу выдвигается танк. Однако это слабовато против... Группа юсовской пехоты собирается, однако очень плохо то, что она не собирается и не выносит реактор. Важно очень замедлить создание. Сейчас чинуки будут уничтожены, если юса их не уберет. Очень важно сейчас развить тоу, потому что гоняться за постами голыми хаммером будет бесполезно. Так, АОшка уничтожается хаммером. И вот, принимается решение уничтожить реактор, что весьма верно. Так, здесь Инкс не принимает никаких решений, и зря. Аутпост контролирует добычу. Чинук один отведен, потерян только один чинок, но пост движется
навстречу. Уничтожен реактор замедленным развитием. Чина восстанавливает и, очевидно, развила захват. И сейчас будет захватывать. Да, будет захватывать и две вышки. Эх, не контролирует ситуацию Юса, не контролирует. Сейчас хорошо, если Hellfire спасет. А если не спасет? Там все-таки три сидят. Базучика. Приостановлен поток денег, 600 денег. Не контролирует группу. Так, повреждает, повредит немножко АО. Да, замедлит его ход. Сейчас уничтожим будет Firebase, потому что вплотную. Так, мне кажется, что здесь будет вынос обоих баз, и кто преуспеет в этом, тот и победит. Посмотрим на состояние. Дозер. Два чинука, три чинука. Но сейчас будет заблокирован полностью работающий supply. Походу нужно перемещаться Юси на захваченный supply сюда. Переселяться полностью. Если не сделает этого, будет потеряно. Зря Чиновец разрушает здание, ведь из него появляются очень жесткие парни, которые очень хорошо мочат любую пехоту, потому что у них встроен автоматический пулемет вместе с ускоренной гранатой. Правильно делает Чебурек, и на захваченной территории нужно обустраиваться. На своей уже ничего не спасти. Однако рейнджеры весьма успешно разбираются с группой. Да, чем получает ранг? Что мы видим? Сохраняет Юса шансы. Пока пехота даже расположена далеко. И чтобы ей дойти, здесь неплохо поставить МДшника и рейнджера, и тогда шансы очень сильно возрастут в обороне. Трех лычковых миниганов против двух лычковых рейнджеров. Не справился он. Ну, понятно, рейнджер должен быть сильнее миниганера с флешкой, но один на один, естественно, миниганом лучше солдат. Мы видим, будет уничтожен. Нет, не будет уничтожен. Это был всего лишь второй уровень. Так, рейнджер сейчас легко справится с этими танк-хантерами. Даже получит за них ранг. Оригинальное решение придумал Чиновец. Давить. Оптический прицел готов. Появились на поле снайперы у Юса. Но здесь, если хорошо отконтролит сапли трек АРЗ, то может вполне себе обеспечить хорошее будущее. Оптический прицел готов. Да, сейчас важно загнать сюда. Переселение происходит, как мы видим. Пытается уничтожить. Надо продавать Cold Reaction Fusion. Здесь трек не контролится. Не знаю, почему радуется Чебурек. Пока еще бой не закончен. Дозер еще есть. Но атака повышения. Плюс ранг Юси. Что ж, не хочет уничтожать этот Cold Fusion реактор, только сейчас принимает решение это сделать. Да, и чем очень самым подвигает риску. Надо было миниганера подвести, все-таки уничтожить рейнджера. И сейчас что мы видим? Рейнджер со снайпером отстреливает пехоту в наглую. Так, supply трек будет наконец уничтожен. Забытое имущество мы любим уничтожать, которое не было воспользовано. Мог бы воспользоваться треком, сейчас воспользуется.
Однако этот снайпер сейчас реак завис и попадается под колеса. Сам мог, конечно, поконтролить. Так, развил захват рейнджер. Сейчас будет перехватывать вышку. Сейчас все в руках Юса. Как-никак, но толпа, злая толпа. Юса, это посильнее любой злой толпы Китая или ГУА. Великолепные МДшники, великолепные рейнджеры и снайперы. Это лучшая пехота игры. Что бы там говорили, что есть отдельная раса пехоты, но против пехоты Юса, лучшей пехоты игры, стоять очень сложно. Сейчас аккуратненько так подкрадывается эта пехота, вся в блычках. Молодцы, разгромили базу Чина, уничтожили все имущество. И сейчас хотят продолжить свое весьма веселое занятие. Уезжает. Аутпост понимает, что здесь ничего не светит. Очень сложно сейчас без мигов вообще совладать с такой Юсой, который... пехотой, а мы знаем все, что инфа будет очень плохой противопехотной составляющей. Казалось бы, имея миниганнера, но он дорогой и очень плохо стреляет. АОшки с поста сейчас было бы неплохо даже захватывать. Но снайпер не справляется со всем этим имуществом. Неправильно делает, не всех надо. Продает, правильно, вынуждает. Смотрим по деньгам. $200, одна вышка. Строит суплайку уже у Ансеевой бывшей Юсы. Радуется. Юса радуется. Да, Юса сейчас активно развивается. Сейчас может даже... имеет уже даже не третий, а четвертый ранг. Снайпер это, напомню, третий ранг. Уничтожает реактор. Наконец-то АРЗ понимает, что нужны миги, нужны без них любая пехота, это всего лишь пехота. И злые толпы, Юсы, Глан и других китаев могут легко уничтожить собственную пехоту. Как правило, пехоту инф, чина инф так и уничтожает. Либо мигами, либо антипехотными средствами. Но очень медленно сейчас будет строиться аэропорт. И не даст ничего Юса. Юса уже подбегает к недостроенному аэропорту. И начнет, скорее всего, стрелять по нему еще до его окончания строительства. Сейчас очень важно, чтобы снайпер оставался живым. Мы видим лазерлок. Эх, снайпер нет. Нет. Да, уничтожены все суплай-треки, не удалось подавить. И все, сейчас будет уничтожен аэропорт. Он очень хлипкий у Китая. Единственное исключение аэропорт у Айра, он более помощнее, но уничтожен будет. И вторая злая толпа уже дошла до последнего аэропорта. Будет перехвачена вторая вышка. Да, это ГГ. ГГ. Чина ничего не смогла сделать. И соглашается РЗ, понятное дело, без мигов. Злые толпы Юсы вынести очень сложно. 2-1 в пользу Юсы. Или нет? Давайте вспомним. Первая игра. Лагуна побеждает Юса. Вторая игра. Побеждает Чина. Третья игра. Хайвей побеждает Чина. Четвертая игра. Это побеждает Юса. 2-2. Сейчас будет решающая игра. Кратко напомнил события для того, чтобы освежить и самому не путаться. Чебурек создает следующую игру. Не пускают нас. Надо, чтобы один был обсервером. Это не гол, где можно зайти. Так, вот Чебурек понимает это и пускает нас. Барон Бэдландс. Сегодня мы видим практически один и тот же выбор участников. Ну что, пожелаем удачи. Это решающий бой. Напомню, Holiday Cup.
Один против одного. Один на один. ПО 5. Это последний бой. Решающий бой. Победитель этого боя пройдет дальше. Побежденный, увы, покидает турнир. И сейчас за это звание, звание и победителя, и побежденного борются или не борются Пех АРЗ и Чебурек Юса. Стандарт начала. Народный освободительный реактор ядерный Китая. И нанотехнологический реактор Юса. Барак вторым дозером. Сейчас будет продажа командного центра. Аналогично будет у пехоты. Вижу других вариантов. Хотя пехота в принципе может пойти и не продажу командного центра. Пожалуй, наверное, единственная чина, которая может это себе позволить. Но продает, потому что идет в 3 дозера. И сейчас мы видим, 3 дозера в прошлой игре обеспечили победу Юсе за счет неожиданного хода в 2 барака. Теперь мы видим 3 дозера от чины. Ну что ж, посмотрим, согласна ли статистика с тем, что 3 дозера приносят победу или нет. На секундочку поменяю. Тематику. Заунывные песенки нам не нужны. Так, что мы видим? 3 суплая. 1 завод. 2 барака. 0 заводов. Неужели Чебурек решил всю ставку сделать на эту тактику? 2 завода, один занимается флешками, 2 барака, один занимается флешками, другой выпускает пехоту. Что ж, это довольно-таки сильный аргумент, однако, как мы видим, АРЗ стремится всю карту под себя забрать и уже строит барак на месте вытянутого суплая. Здесь тоже барак, 2 барака. Здесь предусмотрительно Firebase, однако она не в силах будет сдерживать. Вторая Firebase. Немножко неверно, следовало бы их расположить рядом, чтобы одна другую простреливала. Здесь простреливать не смогут. Ну ладно, это все стратегии, тактики. А это весь бой. Так, контролирует ли толпу свою или нет? Походу, что нет. Только сейчас. Да, уничтожен легко дракон. Дот. Правильно, здесь важно не дойти, а усидеться. Так, ну это все вообще-то на одном суплае. Что самое интересное, я бы туда направил хотя бы одного рейнджера. Оригинал АРЗ. Ну что ж, как мы видим, пехота уже успела подойти и разрушает завод. Пока это единственный завод, однако, учитывая наличие количества суплаев у Китая, сейчас этих заводов будет по всей карте. Но здесь Аэру не стоит плакать, не нужен ни завод. Да и в такого количества обычно всегда помогали Миги. Миги быстрые и успешные против толп, особенно пехоты. Ну что ж, сейчас будет попытка давки. Есть... Нет, контролирует АРЗ. Не подавил ни одного человека. И дальше разрушает. В попытках переселения туда даже едет дозер. Понаблюдаем за... Прошу прощения. Так, будет уничтожен реактор. АРЗ принимает интересную тактику построить везде бункера и попытаться в них высидеть. Однако, если он не будет следовать известной стратегии мигообразования, то весьма вероятно, что незащищенные фронта будут уничтожены злыми толпами. 1300 у Юса и 1200 у Китая. Однако финансовая составляющая у Китая гораздо лучше. Мы видим, что Китай построил завод аж в самом углу, возле вышки. Там же строят реактор. Ну, в принципе, понятно. Туда Юсу вряд ли дойдет, разве что он в поисках вышки.
будет весьма удивлена. Накапливает свои ресурсы Китай. Со временем Люса успешно выносит и ансейф. Странно, что не замечает мины. Теряет очень много на них. Можно было через контрол. Второй суплайный док на отвоеванной территории. Вот он, план Б. Засадка туда рейнджера с флешками. Кстати, очень правильно, что назад, потому что впереди очень легко уничтожить. Ну что ж, здесь оборона двух фаербезов держит. Не вручную не перенаправил здесь на второй док. Ну, вполне вероятно, не до этого ему сейчас. Здесь один рейнджер, это весьма мало, тем более он сейчас на соплях, как говорят. Нужно ставить здесь барак. Чебуреку. Вполне возможно, что он и сделает это, но не сейчас. Устремляется даже суплай на машинках в попытках передавить эту всю толпу. Не знаю, видит ли это чебурек. Очевидно, пока не видит. Если он не увидит ближайшие 10, 5, 3, 2, 1, успешно давится основная группировка. Да, вот так вот. Медальку надо дать. $600. Всего $600. Так, пехота делает попытку уничтожить Firebase, однако известное дело, что посаженные рейнджеры это не дают. Можно починить эту Firebase, здесь не опасно. Ликсов пока нету, но вот это здание вполне возможно принесет долгожданный перевес пехоте. Вот появляется Ликс. Да, к нему готовятся бравые танк-хантеры и миниганеры. Тем временем отбивается на этом участке пехота Юсы. По деньгам 1900 и 800 у Китая, но опять же набивается. Вы помните, как два Ликса принесли победу АРЗ в результате неожиданного удара по баракам? Неужели хочет попытаться использовать этот прием и в будущем? Но, зная, что очень много миниганеров, очень много МДшников лазит, я бы посоветовал побольше миниганеров засаживать и поменьше танкхантеров. Но привычка есть привычка, все засаживают один миниганер от силы 2. В принципе, он и так неплохо стреляет. Ну что ж, куда полетят эти два смертоносных груза? Они не способны снести им здесь любое укрепление. В принципе, для них нет препятствий. Вся база Юса для них ничто. Единственная для них опасность, это либо вышедший Avenger, и то недолго. Ну и МДшники с их лазерлоком. Тем временем злая толпа Юсы подбирается к центральным запасам Китая. Финансовая система Юсы требует вливания. Снова попытка давки. Успешно Юса справляется с этими попытками давки. Удивительно, что всего лишь одна попытка давки произошла, более не менее успешная. Нельзя штурмовать дот. Нужно сначала подвести МДшников, потому что миниганеры расстреляют всех рейнджеров. Веселые игры двух нубов, заявляет АРЗ. Не знаю, но у нубов, по крайней мере, можно увидеть что-то оригинальное. И оригинальное с другой стороны. Мы видим три хаммера. Ракеты-то очень развиты. И вот. АРЗ понимает, что здесь нужно... Надо распаковываться. Будет уничтожен. Да. Сейчас заблокирован барак Юса и заблокирован завод Юса. Если там не выезжает Avenger, нет, там выезжает медичка, и это все. Легко была уничтожена. Можно даже подлечить свой. Смотрим, дозер. Третий барак. Выпускает усиленное МД, понимая, что здесь надо чем-то задержать.
Китай отвоевывает территорию. Сейчас, возможно, у Китая третий ранг, что очень плохо для любого соперника, в плане того, что Китай пех имеет весьма быструю ковровку, и она очень хороша, скажем так, для борьбы с легкими зданиями Юса. Это не гуашные здания. Мы видим красавицу Лотоса, который стоит и любуется своим ноутбуком. И слышим суперхака. Это значит, что ARZ уже даже вторичную экономику начал развивать. Хотя вся карта под него. Две вышки. Все ресурсы, кроме двух. Так, Лотос. Что делает Лотос? Лотос ворует деньги. Нет, захватывает. Захватывает один из двух. И остановить ее будет сейчас, кстати, нечем. Нету техники. Однако есть снайпер. Это весьма посерьезнее. Увидит Лотос или нет? Лотос по скорости равна снайперу. Видит дальше, чем снайпер. Но если девочка так и дальше будет вести себя... Нет. Походу видит. Все, будет уничтожено. Нет. Все. Двух выстрелов хватило. Странно повел себя с Лотосом, ведь снайпер видим в движении, и можно было его зачесть. Лотос неплохой. Радиус обзора. Злая толпа мистер рейнджеров использует уже трех снайперов. Однако цель номер один — это вообще-то всегда аэропорт. Ару сейчас опять не сладко, но. Будет уничтожен один ликс. Не контролит АРЗ. И не контролит также самого Чебурек. Давно если взял на ЛЛ. Поздно, Чебурек. Мы захватили их здание. Поздно. Высаживать толпу. А здесь снайпер, если он высадит. Нет, это не высаживает. Очевидно, кто-то из незасаженных пехотинцев пытается забраться. Да, пытается оборонить свой командный центр. С деньгами плохо у Юса. Да и дозеров нету. Интересно, воспользовались стандартболтами Юсовцы или нет? Но сейчас экономика будет приведена. И достаточно сейчас будет разрушить последний суплай, и все. Надо уходить. Будет уничтожен. Да, контроль обоих стороны оставляет желать лучшего, однако мы видим полное истощение игроков. Значит, Лотос уже во втором экземпляре уже идет на поиски, на приключения своих вторых 90, как заявил однажды. Лотос сейчас будет убит зверски. И не посмотрит, что девочка. Не успеет. Нет, успевает. Нет, не успеет. Аутпост задержал ее. Сейчас нужно аккуратненько. Что не делает АРЗ и сажает свой МиГ. Он сейчас будет уничтожен злой толпой и будет заблокирован аэропорт. Так, ну что, все-таки оставляет в покое суплай. Сколько денег? 75. Мало денег. Не знаю, хватит ли им, Юси. Захват не развит. Весьма интересна сейчас ситуация у Юси. Денег нет. Аутпост каким-то макаром пробирается. Но здесь нету чего уничтожать наверху, зато есть что уничтожать внизу. Сейчас единственная надежда Юси — разнести всех раньше, чем Китай уничтожит его последние. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре здания. Остаются только легкие. Сейчас Китай может просто-напросто уничтожать. Чебурек. $400. Хватит на один МД. Снайпер почему-то не хочет уничтожать. Да, Китай. Нужно заминировать все это, пользуясь преимуществом. Эх!
Интересная ситуация. Интересно, здесь сидел миниганер, он в кого-то стрелял. Стрелял по этому снайперу. Получил кто-то за это ранг. Но снайпер остался живым. Правильно действует. Правильно действует чебурек. Убирает. Убирает своего снайпера, чтобы взрывом не было. Но пробраться дальше нельзя. Что делает? Да. Все-таки убивает снайпера. Не понятно, по каким причинам стал метаться вокруг палатки. Вокруг вышки. Странно, что не стал уничтожать эту вышку. Видно, боится миниганера. Так, здесь уничтожен барак. Злая толпа хочет не дать постройки командного центра. Снайпер, интересно, рядом присутствует. Нет, снайперов нет. Так, мины. Минимум 4 МД будет уничтожено этими минами при попытке сдвинуться. Но мог, конечно, через контрол пострелять, но не стал это почему-то делать. Ну что ж, да. ПВО будет, конечно, уничтожено, но миниганеры успешно справились. Потерял свой снайпера. Потерял. Интересно, вообще снайпера есть? Не видно снайперов. И снайперов, ой, как тяжело. Достроен КЦ. Китай получает свои долгожданные ранги. Остается одно здание у Юсы, и это победа. Победа долгая, упорная, выдержанная, достигнута немалым кровопролитием стороны Юсы, Китаем. ЧБЕК сейчас будет уничтожен. Не наводит повторный раз, вот наводит. И жить ему остается крохотные секунды. 5, 4, 3, 2, 1, все. Пехота побеждает Юсу в упорной борьбе. 3-2. Поздравляем Чебурека и поздравляем АРЗ за хорошую игру. Поздравляем АРЗ за проход в следующий раунд. Призываем не отчаиваться, Чебурека. Все еще впереди. Нужно играть и играть. Спасибо всем за внимание. Всем, кто смотрел стрим. До новых встреч в эфире. Good luck, have fun!